Уважаемые вас, господа и дамы, сегодня даем очередную печку. Вот такую вот интересную, красивую, теплую, жаркую и многофункциональную. Ну так, здорово сейчас. Сына. Андрей, подскажите, пожалуйста, что требовалось сделать? Что требовалось сделать? Да. Или в смысле то, что я хотел? Да, что хотели получить? Ну, конечно, я... Печку. Думал, что будет намного хуже. Ну, печку. Как, ну не хуже, но не так красиво и не так, как сейчас. Я в шоке. Печной мир справился с задачей? Да. Расставили довольны? Да, доволен. Сына, тихо. Порекомендуете своим знакомым, друзьям компанию «Печной мир»? Да, уже порекомендовал. Спасибо за отзыв. Пожалуйста, вам спасибо. Все задачи порадовали. Надеюсь, все задачи решены. Да. По теплотворной способности печка превзошла ожидания даже мои. Как вам? Да, все отлично, все замечательно. Сын, можешь сесть? Она греется от первого ряда до последнего ряда. То есть вот здесь она градусов сейчас 50-60, и вот здесь она тоже градусов 45-50 точно в самом низу. Я честно не ожидал, что так будет. А просвет я вам самый последний момент идею сказал, да, уже когда процесс шел, правильно? Да. Но свет порадовал? Да, необычно. Необычно, да? Я говорю, не ожидал, что так будет, честно. Прямо новогодняя елка, да? Я не думал, что будет плохо, да, вот именно что. Я не думал, что так будет вообще отлично. Я думал, будет, ну хорошо, да, как я хочу, как будет это там. А оказалось намного лучше моих ожиданий. Ну все? Говорит спасибо. Спасибо печному миру.